Radiant team's turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. You're using up your reserve time. Dire team ban. Radiant team ban. Dire team's turn to pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. You're using up your reserve time. Lion. Radiant team's turn to pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dire team's turn to pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Juggernaut. Radiant team's turn to pick.
Lycan. Dire team's turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds left. Don't freeze up. Reserve time. 10 seconds remaining. Radiant team's turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team's turn to pick. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Feeling those icy tendrils? Dragon Knight. Dire team's turn to pick. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Sven stands ready. Спасибо большое, Иван. Привет всем зрителям. Отдельный привет зрителям в паб-стомпах, например, в Киеве, в Скаймоле, в Вилату, Хартману и Габлаку, которые находятся там. Присоединяйтесь к ним, если вы проснулись. Ну, а мы продолжаем наблюдать за третьей картой противостояния в гранд-финале OG против Liquid. Как настрой? Ну, если у нас были две карты уже однокалиточные, то я жду, наконец, равную борьбу. Чтобы мы не понимали на 30 минуте, что все закончилось. Я хочу, чтобы до 40 минуты шла битва, где на Борсе были там на 2003 золота максимум. Ну, надеюсь. Здесь берут себе пушащий пик, то есть опять ДК, пик повторяется, дроп, практически да, такой же. Пик практически идентичный, там взяли Леона, потому что Эрспирита забрали, в остальном все очень похоже. Единственное то, что милишников стало чуть больше, и труднее это все под купол Вайда как-то скомбинировать. Но посмотрим, как это будет выглядеть. Представление команд. Кура будет играть на Винге, Фата, Dragon Knight, Джерекс, Earth Spirit, ну, понятное дело. Неудивительно. Mind Control, снова Слардар. Ну и Матумба Мэн на своем ликантропе. Ну и команда OG. Флай на Фениксе. Крит будет играть на Леоне. Миракл будет играть снова на Джиггернауте.
примерно такой же этом билд. У него сейчас Мунминдер на ФСВайде. И Нотейл на Свене. Вот Ваня сказал в конце аналитики, что как-то жадновато все выглядит. И правда, все герои, по сути, вынуждены фармить. И Свен, и Войт, и Джиггернаут. Нужно немало артефактов. Смотри, Джиггернаут медовый, да? Ему особо ничего больше не надо. Свен будет как керри, будет стоять на лейне, возможно, получит какие-то стаки эншентов. Войт на них не претендует. Ему достаточно забирать пару спотов в лесу. Поэтому в теории, если сильно ликвид напрягать не будут, фарма хватит всем. Причем друг другу они особо мешать и не будут. Это хорошо, в теории, что если не будут напрягать. Но по драфту Рикки как-то будет недобрый есть на... На Мун получает стан, Мун успеет ли улететь, делает таймволк, уходит на фул хп. Очень опасно. Играл с огнем, но руну баунти Мун законтролил. Это немаловажно, по сути, потратить только таймволк и одно танго. Да, обе руны достаются OG. Да, начало такое вот интересно. Так вот, хотел сказать, что и Вингавер, Спирит все-таки это... Роумичи, саппорты, постоянно будут какие-то выходы, инициации и на центре, и на нижней линии, и на верхней линии. В этом идея. Ну, конечно, в лейте OG выглядит намного интереснее, учитывая наличие таких и саппортов, и кор-героев. Там показывают сразу три лейна. У Мун, Муна прогоняют с лейна, заставят сейчас проюзать таймволк. Да, упрыгивает, стараются лишить его экспинга. Не так это просто. Хотя с такими героями, как Earth Spirit и Винга, это вполне возможно. Как можно заметить, Лордар на первой минуте уже ушел фармить леса. Не пошел на линию, хотя казалось, что линия не такая уж опасна. Все-таки это Леон и Войд. Ну, там стан Хекс. Вот смотри, ты можешь вынести, да, много фарма из леса. Тем более, ты покупаешь талон. Прогоняет Муна. А против Леона, ну... Он... Зачем рисковать? То есть не факт, что тебе дадут фармить, тебя будут постоянно харасить, будешь добивать там одного из четырех хрипов, остальное будут динать, проблемы с экспой, а с Лордару все-таки выгодно получить быстрый шестой. Ранний Amplify может очень сильно зарешать огонь за Фатой. Есть желание убить, рядом Феникс находится, смотрите, что подкинет, и Фата может и подцепить. Фата задул Мираклей, вроде как прогнал. Ждет Курьера, также Феникс, может быть, он и появится. Мон. Ну, Мун пока на этой линии не погибает, он молодец. Каких-то крипов он получает, опыт получает. Все-таки, как-никак, это трипла. И трипла пока что бездействует. Вингар Спирит не убивает. Для них главное это убивать. Что, возможно, Джеракс в будущем будут перемещаться. Стоят два в центре и, разумеется, здесь крипов нет. Ждет. Феникс, смотри, уже на минуту и полторы стоит и просто ждет Курьера. Но его все нет и нет. Ну, он одновременно и ждет. Хотя нет, он не забирает сейчас Курьера. Он ждал Курьера уже долго, и вот он поехал, и не всегда ты ожидаешь увидеть. Саппорт стоит так долго, и Флай Курьеру может убить, но Курьер... Нет, передумал Ослик. Оказался весьма разумным, чтобы не суицидиться сейчас в медле. Ну, крипов пропустит один Сандра Гарай тут. Я думаю, 4 крипа все уйдут никуда. Но Курьер жив. Это самое важное, да. Обидно, сейчас Флаю. Стоял 2 минуты, ждал, 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 а тут Фата такая подстава. Лордар просел по хп. Ну, в лесу фармит. Сейчас дофармит этот спаун. Может, еще маленький уйдет. Хотя маленький, тогда он просто уйдет на базу. У Муна один крип за все это время. Один. Ему надо дождаться своего талона и идти на оффлейн спот. Потому что здесь ловить нечего. Это трипл линия. Неудивительно, Муна винить нельзя. Очень трудно ему стоять. С другой стороны, по остальным линиям уже намного лучше. И на центре Джиггернаут как-то фармит, и на топе у Нутейла полный прифарм. Уже есть хелм. Это будет доминатор просто рашиться без ботинка, без тамарблета, дабы, как понимаю, побыстрее делать стаки. Там уже к минуте, например, пятый стаки начали делать. Соответственно, к 10 ты уже их зафармишь. А это очень много денег. Так, это Яша может быстро появиться. Да, Яша, или Армлет Дагер. Какой-то. Дагер. Армлет. Тут был Лакенбар не помешает. То есть стандартный это билд будет от Свена. Но опять же, вот Нотейл на Шанхае был на Свене не так хорош. Не всегда. Кстати, есть смысл собрать Мантус-стайл какой-то? Хотя нет, не надо. Джиггернаут с Хиллинг-Вардом справится и не даст в обиду своих коров. Можно собираться в ХП. Все-таки в процентном соотношении регенится, поэтому можно уходить в плотно. Сэндж. Два сентри поставил, наконец-таки нашел. Правда, вот он нашел вроде, да, вроде плюс. Но сентри этот сам бы еще зал, а потрачено немало денег. Поэтому, с одной стороны, плюс, с другой стороны, не особо-то и много ликвидей заработали. Миракл наглеет. Такой, крипов подфармливаю, сейчас пойдет за руной. Все верно сделано. Там, тем более, руна дабл дэмэджа. Очень приятная для героя, который бьет ручкой. С преимуществом у Джиггернаута весьма неплохой. 25-4 против 15-3. Перефармливает пока Джаггер. Но Тейл уже агрессирует на вышку вместе с критом. Крипов очень много, катапульта имеется.
вошел в его террор. Все-таки Венгар решил хоть как-то здесь помешать этому делу. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, Войд получает спейс. И смотри, как Войда криптат увеличивается. Просто уже становится 8. Это как у Слардара, который там лесу еле фармил. То есть Слардар все-таки, конечно, он в лес может уйти, но это не бисмастер какой-то. Это не тейп-хантер даже. Очень сложно фармить лесу. И башня падает, да, глиф нажали. Но тейпить здесь не будут. Подожди, телепорт, и башню все-таки забирает крит, телепортер спирит отменяет. Понимаю, что бесполезно. Это очень важно, что крит забрал башню. Посмотри, сколько денег. Собирать ему транквилы сейчас или попытаться накопить на дайке? Я бы рашил блинков. Был бы на месте крита, я думаю, что есть такое искушение. Если тебя начнут убивать, ты купишь все транквилы. Если вдруг ты понимаешь, что ты погибнешь. Но если он получит фингер, сделает еще там какой-то один фраг, то до блинка останется немало. Точнее, мало денег надо будет нафармить, и все. А с быстрым ликом мы знаем, что Леон творит. Да, здесь круто инициировать. Вход и Earth Spirit, он сладенький очень. Мун. Опять с крипами под вышкой. Очень много ласт хитит. И уровень у него капает. Ну да, вот. Скоро появится купол, а с куполом мы прекрасно понимаем. Купол, Санрей. Здесь, правда, Феникс так себя зарекомендовать не может, как в предыдущей игре. Там он апался очень быстро. С того, что участвовал во всех фрагах на карте. Джерекс отводы делает. Скан залили КД. Возможно, думают, что какой-то есть скан, потому что нет на карте ни Феникса, ни Леона, но Феникс и Леон пока что с топ-линии особо не выходили никуда. Вроде как и не собираются. Фармить Матумба. Есть шестые у ДК, у Джиггернаута, у Свена. И Нотейл уже выдвигается к Т2. Да, это не доминатор, все-таки это покупка Арлета. Решил, что стаки ему не нужны. Ну, вроде они как-то делаются саппортами. Да, просто заставил там Леона или Феникса ходить. Ну, армлет на такой минуте, это 7-я минута, армлет ботинок, левел 6, на это очень много. На самом деле, с этим сплэшом и без доминатора нормально справится. Под ГДСом. Сметет просто точку. Там флай. Феникса 2 крипа всего добиты. 3 у Винги. Саппорты и ликвиды провалились. То есть, что мы ждали таких саппортов? На аналитике мы это говорили, я в начале игры говорил, что мы ждали таких саппортов экшена на карте. Они будут бегать и убивать, но по итогу прошло 7 минут и никакого экшена. Муна не убили, у Муна по фарму все становится лучше, чем у Слардара, он скоро так и Драгонайт догонит. А Криту совсем чуть до дагера, 7 сотен остается. Да, все оставили ему линию. Если Леона сейчас не будет гангать, я не знаю, все очень плохо пока. Надо Леона загангать, как бы это смешно не звучало. Загангать Леона, либо Миракл, хоть кого-то, потому что Мун сейчас может... Матумба! Трансфера, Санрей! Санрей сбили, Матумба, еще один булочек от Джеракса неплохой, и Башек снова от Муна проходит! И можно есть Варфа. Забрать. Ну, сейчас уйдет Сэм Волка, причем прыгает Джерекса, пройдет ли здесь Бах, Бах пока не проходит, еще тычка нет, но не везет сейчас Муну. Повезло с Ликантропом, хватит. Ну, эта история уже где-то была, когда Лика начинает погибать от соло бойца, под Санреем флаюс. Нет, никак не уйти, Икароса нет. Будет ли падать вышка в ответ? Появляется Ладмер, транквилла у Феникса. И он уже 2000, сейчас упадет башня. Это 10-я минута, а может быть и раньше блинк, но... Друзья, это прям беда, что Леона так отпускают, и что УДЖИ делает это правильно. Блик на 9-й минуте, это прям будет инициатор, тут же максимально крутая. На центре башня потихоньку падает. Ну, отвечают ликвиды, они должны отвечать, у них выбора нет, у них пик такой. Если они еще и ТВРа ломать не будут, они точно эту игру проиграют. Да, Леон буквально сейчас вот заласхитит, так и происходит, готов дагер, можно идти уже покупать. Чего они завидуют? Даже кучуани так не всегда получается. Крит. Надо купить. Купить. Крит. Купить Лик. Надо обязательно. Крит. Блин, купит Лик. Крит. 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 А я не знаю. На руках. Странный мув. Да, не совсем понятно. Он должен быть уже на бат-бай стоять. Сколько... Да, ну обычно так он и есть, оставишь. Черешится все, и ты как бы уже готов. Ну, все равно там осталось много денег, поэтому блин, он купит, сейчас, там просто досикает. Раша на то уже упадет и хватит. А демеджа не хватает. Маловато его. И подходит сюда майнд контрол, Миракл под регенерацию становится полностью фуловой. Пока нет Amplify демеджа, трудно будет забрать. Отводится Джеракс. Хилинг вард можно всегда на хайграунд поставить. Феникс рядом, тоже без яйца. Миракл, Брюс Фуайр мимо. Такая позиция. Да. Миракл, выход, он не слайд на Джерекса моментально, минус Джерекс, Миракл отходит. Или он уже с дагером,
но Тейл еле живой. Ему надо подрегенить Хелен Вардом обязательно. Да, я вот про это говорю. Подрегенить его и после этого идти Рошана забирать. На топе Маду, он просто пушит, но Маду был Владимир. Пассивных больше ничего нет. Да, это Рошан. Это Рошан для команды OG. Я не думаю, что Ликвида будут дефить, учитывая, что нет свапа, нет амплифая, нет магнетайза. Влетать нечем. Блинк, Супердарк, я понимаю, есть. А, нет, это дайеровский курьер. Блинка там еще нет. И близко. А Икс для Свена. И смоук моментальный от OG. Выход на центр, там есть Драгонайт. Там Фата. Зацепить. Будет ли прыгать Крит? Пока не прыгает. Пока не прыгает. Кубу не видно. Имеется. Фата хорошая позиция. Его просто не видно. А вот на топе, возможно, Матумбу будет видно. Матумба, мэн. А очень опасно. Пока его не видно, но его могут заметить. Могут заметить и Фата. Фата получает текст. Фата получает Сандрей. Получает подкоп. Тейл также за Сан. Сан есть. Прыгает Мун. Разбера на Куру. Фата минус. Куру также встревает. Куру отсюда никуда уходить не должен. Это минус 2. Для команды OG. Неужели нет? Куро живет! Залетает план, добьет. Все нормально, Джерекс подкопали, работает, покидает. Да, неприятно критов, может погибнуть. Что там по Санрею, у Флая, неужто крит? Хеленвард. Хеленвард есть. И реген есть. Да, Куро, конечно, выиграл много времени, но Ликвидом нечем было дефить, потому что Слардар, 11 минута, нет ультимейта. Это прям очень плохо. Хоть ему книгу дай, чтобы он купил, прочитал ее. Что без ультимейта, тогда вообще никто нечем воевать. Не ошибаюсь, у него как-то талон есть, да, ему и дагер надо дофармить в любом случае. Что просто появление Amplify Damage здесь не спасет, врываторов-то нет таковых. Ну, early game, конечно, Liquid не то, что в салат слили, но очень плохо отыграли. Вот же минимально ошибались, но вот же не фидели. Но Liquid свои возможности не использовали в виде Венгер Спирита. История, в принципе, начинает повторяться. На второй карте, на третьей. А, кстати, Феникс тоже без 6 уровня пока. 12 минуты, пора бы уже обзавестись. И яйцо сейчас очень важный. Спел. Фата. Зафармливает армлет только. Ну, Фаты. Тут по нетворцам именно про коров. Мы говорим, все нормально. То есть Войд, Драгонайт, Свен, Ликан и Джигернат идут примерно ровно. Но вот Леон, который имеет нетворц больше, чем Слардар, это, конечно, очень забавно. Раз мы видим, появляется... Влада почти термайт у Вайда. Лай. Получил 6. Все замечательно, можно идти. Это накопить на мидус. На мидус еще долго. Ой, да, дабл дэмэдж у Мирклад. Могут пойти на тир 1. И Ликвидом я не советовал бы дефить, учитывая наличие ультимейта. Или пойдут на топ. А там вкусная цель. Это Слардар, который блинк свой фармит. У него там осталось нафармить 450 долларов. Да подкопали Фингер минус. Как же быстро. Но а телепорты я подменил бы. Мирклад дабл дэмэджем. Войд. Нет, Крит решил улетать. Крит успеет ли? Успевает улететь Кура. Не успел дать стан. Миракл. Блэфьюри. И тэп-аут. Свапа нет. Нет. Свапа нет. Он все прокликал и понимал, что делает. Да, 13 минута. Снова убивают Слардара. Это немного отталкивает появление даггера. Очень неприятно, конечно, для Ликвид. Что хоть один инициатор должен появиться. Фата. Мун может очень круто прыгнуть. Мун, прыжок, разбера есть подвоим. Сандрей пошел. Есть красный на контрол, Тейл убить не получится. Сандрей Фату пробьет, и Фата пока живой. Стан от Тейла, ГДС от Тейла. Фата минус. И не забрать, не забрать. Ставит яйцо, но Тейл все еще с Аегисом. Миргол Мансип, Теллингвард стоит. Поэтому он здесь выживет. Но это жестко на самом деле. Между Т2 и Т3 уже забирают игроков. Ликвид 8-2, 14 минута. Слишком сильные пока уже, слишком сильные. Да, дропнулся Аегис. Ничего страшного. Да, ничего страшного, да, там по таймингу не так уж долго оставалось. Ну да, пока у Ликвид, опять же, стратегия плывет, ничего не получается сделать. Хроносфера все ломает. Слардар погибающий с одной... Снова пальцы, можно сказать, это жестко. Ну, спринт нажимает, конечно, там. А, по спринтам? Бонус дэмэдж. Такое себе принимать. Байт. Первый некра, 14 минута. У Ликана. А мы его вообще не видим на карте, если честно. Ликана нет. 0-1-2 даун. То есть там какие-то ассисты были совершенно случайные. По итогу вроде Ликвид. Говорят, у нас Ликана сигнатурка, а OG на это смотрит, смеются. Смеются очень громко и долго. Уже вторую карту подряд. Ну вот, блинк надо дофармить Слардару. Как-то надо дофармить. Блинков можно будет пытаться выходить. Джиггернаут, Яша, Фейсбутс и Войд. Ну, может быть, ты блинк себе купит, Мон. Блинк, блинк, выход блинк, скорее всего... Ну, стандартный Войд вот этом вот, в этом мете. Блинк, Плэддерс. Можно, конечно, Аганим зарашить сразу, но...
Ну, потом, если что, купят. Таганим, как мы видели, тоже очень хорош. Покупают редко, но если покупают, то артефакт все реализуют обычно всегда. Пата. Да, блинка, три золота. Да, блинк есть. Блинк моментально покупает, понимает, что не дай бог что-то случится. Опять фармить потом. Флай. Почти восьмой уровень, до минуса 300. Чуть-чуть совсем остается. Матумба, фармить чужие леса. Рисковый, конечно, мув. Пока у купола большое КД, не особо боится. Приезжает блинк-дагер к Слардару. Крит забирает позицию на хайграунде. И вот они стаки, Натаэл, Меркл. Еще один стак сделают. Не так уж и много, но тут крипы довольно вкусные. Драконы, големы. Сейчас Свен это все быстро форманет. Да, просто Warcry. Да, Кидеса. И вдвоем на пару Натаэл, Меркл. Два друга делят барб. Феникс просто подворовывает здесь опыт. Миркл второй по статистике среднего количества убийств за игру. 8-63. А третье место у Матумбы Мэна. Такой тебе вопрос, Виктор. Кого-то поставил победителем турнира в компендиуме? А я не помню. Я вот просто поставил Винкс, мне до сих пор стыдно. Я не заходил на свой аккаунт уже порядка двух недель, поэтому какие там предикшены? Но я слышал, что многие стали на Liquid. Насчет OG поменьше. В OG почему-то не верили. То есть верили в Liquid, верили я в Ньюби и верили в Винкс. Я даже Ньюби ставил. Потому что Ньюби, конечно, да, после эпицентра, потом показывали Дотсу. Ну вот про OG мало слышал мнений, что говорит, вот OG могут выиграть мейджор. Третье место, да, четвертое, да. Второе, первое, не уверены были. А Нави я поставил. Нави. Тоже неплохой вариант. Поставил Нави, тебе как бы никто не посмотрит косым взглядом. Ну вообще никто. Вот на Винкс поставил, тебя посмотрит. Так, я пока раз прошел размен вышек. И потихоньку Люкет готовы заходить на хэкграунд, а не ошибка ли это? Вода! Свап! Может еще и патчик на самом деле дать? Пошел свап. Кура получает хекс. Врыва никого не будет, вообще купа. А Войт идет, он очень близко. Войт, прыжок. Дали Сайленс, дали стан по Муну, но этого мало. Мун размер поставит ли? Мун погибает, байбэк есть, надо Муну покупать, хочешь помочь. Минус также яйцо. Это уже минус 2, тут Элфу по КБ. Матумбу бить, надо бить Матумбу. Миракл живет, Фингер по Матумбе. Все-таки убили Миракла. Кура, Матумба очень побиты, но живые. Крита подставили, посмотрите, Ликиды убежали. Два байбэка от OG, надо спасаться отсюда. Не Ликид. Те байбеки, почему не выкупался Войт? Война очень хотелось увидеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как много денег сейчас зарабатывают Ликвид. Там почти 4000 золота под Liquid подворали у своего соперника. Да, то, что Вайда приняли, дали Сайленс, потом стан и дали поставить хроносферу, это важно. Возможно, стоило отпустить, то есть не получилось, потратили свап, все отлично. Очередной заход на хайграунд, пытаешься еще раз. Винга получает... Ну, смотрим. Вот, мрыв от Муна и моментально Сайленс. Какой же булыжник был Джерекс и Мипе этого момента? Просто Джерекс. Как он сыграл? То есть, если бы Мун не был поставился, то была бы трансфера по всем. С этим яйцом он бы взорвалось и убило бы всех. Посмотри на Кура, который был с 5, по-моему, хп. Смотри на Матумбу. Вышел в спину, дал стан Мираклю. Матумба, Куро, они выжили. Ну, невероятно. Очень повезло, тут везение сыграло немаленькую роль, потому что там буквально еще пару ударов, и все. Абсолютно все. Сейчас еще фарм вот этот небольшой пройдет за время, пока OG-герои резались и в ноль вышли. Вот так и вся аналитика, как под пост идет. Ну. То, что было, уже значения не имеет. Ну, как бы да, ты выигрываешь со счетом 8-2, потом ты моментально отдаешь 4 килла, делаешь 2 байбека, и ты теряешь все преимущество. Это логично. У Нотейла сейчас могут быть проблемы. Выход до Джерекса, пошел стан, есть амплифай, булыжник. ПКБ есть, да. Но, а разведут ли на него? Да, под Warcry'ем Нотейла пить даже с амплифаем, как видишь, не хватает урона. Просто его не хватает. Фата из блинк, можно что-то санициировать. Хроносфера супернова есть, и могут OG, и должны навязывать файт. Все для этого имеется. Поставил там килинг-вард, если не ошибаюсь. Да, да, слышал я вот это мял. Классный сигнал. Ну это по вашей части. Ну да. Я и говорю. Тебе должно нравиться, в принципе. Я, у меня он есть. Буду играть на Джиггернауте, собирать рефрешер, только чтобы было два мял. Пошел смоук. Смоук разбили уже. Смоуки также находится команда Liquid. Ой, Фата. Фата, опасно. Алион может прыгнуть.
Леон, прыжок, кек. Будет подкупка моментально за швапы. Сандрей, Фатл, он не знает, будет баф. Фатл есть, баф! Фатл живет, отлетает Арти Миракл. Фатл, убьют ли? Фатл погибает. Кумпа как раз никуда не может поставить. По итогу размен один в один. Полетел Феникс дальше, ставит у Запертрова. Миракл! Размер есть хорошая по двоим. Куро минус. Джеракс также должен погибать. Супернова взрывается. Джеракс Сандрей. Джеракс также погибает. Хорошая драка от OG, определенно, несмотря на то, что потеряли Джиггернаута. Все получилось очень неплохо для них. Да, не так много выиграли, как слили в предыдущем файте, но показали, что могут драться, и в принципе неплохо. Конечно, фокус по ДК, вот этот Томни Слэш фуловый, который в него зашел, Ликантроп ничем не смог помочь, потому что не смог достать волков из инвиза. Некого было бить, чтобы Томни Слэш ушел на них. Вот он реплей, да, вот он пошел на слэш, волки рядом, но они не забрали в себя ни копейки дэмэджа. Ну, свап Куро спас команду. Если бы не было бы свапа, я думаю, там было минус 5, потому что потом пошла команда одна на руну, вторая в лес. Тут распределились по-разному. Но тут уже понятно, что Мун просто закончил двух саппортов. Да, погибает и Джеракс. Так что еще для Liquid файт пошел по максимуму хорошо. Хотят могло быть намного хуже. Хотят на Рошана. Знаю, то, что нет яйца, нет мне слэша. Можно пытаться подраться. Заходит Mind Control. Видит это дело, Санку на Тейлу. Пошел отвлекает еще один станчик. И выживает на Тейл. Стоит телефон, стоит Андрей. Но Тейл практически фуловый. Куда прыгать дальше, ночь, никого особо-то и не видно, убивает, ну, Тейл Волков, Майнд Контрол могут заметить, Майнд Контрол делает блинкаут, Мун, прыжок, хроносферы нет, ну и, возможно, самим пойти на какого-то Рошана. Там вытащили, но Тейла с того света просто. Да, блокинг-бар нажал, и, конечно, после этого уже, ну, Тейлу предъявить мало чего можно. Да, наличие, конечно, вот таких вот драфтов, они очень радуют, что есть и Феникс, и Войд, и то же самое Свен, все это можно очень круто кабинить, и для гранд-финала это то, что нужно, а не какие-то пассивные там маги сирены, которые просто фармят иллюзиями, или даже алхимики. Тут есть на что, наверное, посмотреть в файте. Наверное, поэтому эти команды и в гранд-финале, потому что не часто используют Нагу, хотя мы видели пару раз. Но Тейл, по-моему, играл на Наге у нас, не ошибаюсь. Он, по-моему, как раз на ней проиграл. Ну, да. Но я не помню, проиграл или нет. Проиграл, проиграл. Есть Ладмер, есть Некрочим, Матумба. Опять же, будет Блэкинг Бар, наверное, какой-то собирать. Хотя здесь можно и в статы пойти, чтобы Омни Слэш как-то пережить. Даже не знаю, на самом деле, и БКБ, и Кираса очень нужна. Может, все-таки это Леон. Да, ну тут Санрей. После этого просто БКБ можно нажимать, ГДС и бить. И все. Да, Свена надо покусить очень быстро. Не всегда это получается. Дабл дэмэдж для Драгонайта. Шикарная руна. Ультимейты, правда, уже откатились. Все. Все откатилось. На Рошане будет непросто. Я бы сказал, нереально. Может ворваться и купол. Не говоря уже о хайграунде для Феникса. Нет, Ликвидом принимать честно файт 5 на 5 — это самоубийство. Им нужно играть нечестно. Найти какого-то соло Свена, быстренько его убить. Найти соло Феникса, быстро его убить. Но идти в 5 на 5 просто войну — это бесполезно. Шансов нет. Опять же, Ликвид файт хороший, но не настолько, как OG. Фармит перед себе блинк. Новенький медальон, ботинок. Можно выйти Solar Crest. Еще можно вышку забрать. Причем очень быстро. Форма есть, ДД есть, Некрочи. Не в КД, если не ошибаюсь. Ну, Т1 можно и без Некрочи. Уже... А мне кажется, Т1 будет дефикс. Уже ничего не будет отдавать вообще. Имея Свена, можно это все откушивать. Имея такие ультимейты, имея тимфайт. Зачем Тир-1 отдавать, если можно его не отдавать? Тогда зачем Ликвидом ходить сейчас в пятером? Это бессмысленно. И много времени, экспириенса и золото теряют. Да, Ликвиды понимают, что как-то вот не хотят нам отдавать башни, уходят назад. Возможно, какой-то смоук разобьют вернуться и покажут, но пока нет. Пока рисует план команда OG, в частности Fly. Показывают, куда идти. Огр Клаб у Фаты, и все же Блэкинг Бар будет. Да, Леон, Феникс. Все же слишком они опасны. Особенно Леон. Два дизейбла, Хекс подкоп, Дейфингер. Все это убивает. Мидер команды Liquid. Кучкуются OG на одном месте, уже долго стоят, ждут, ждут. Вроде такой экшен у нас начался с байбеками там и так далее под хайграундом. Ну, я думаю, продолжим. Все, пошел экшен. И можно очень круто выйти. Наверное, столкнуться, если сейчас Ликвиды не начнут уходить. Майнд Контрол. Спалил смог, прожимает Варкрай. Крит запрыгнул, никого не достает. Есть.
дабл дэмэдж. Пошел булыжник, запрыгивает Мун. Гупл никого не поставил. Под сайленсом пока крит. Грызут его волки. Некрочи тоже грызает частичный подкоп по всем саманам. Стан от Нутейла решил зарубить их под БКБ. Получает Эмплифай. Тут же нажимается Варкрай. Законтрил армором. Ну и это все пока. Ну пока да. Все. На самом деле, Тейл немножко странно себя проявил, конечно, спас тем... Ну, нажимать там прям БКБ в стяжке идти было забавно. Так получился такой очень странный файт. Мне больше странно показалось то, что Даггераут сделал ДК. У него же есть Блинкдаггер, правильно? Да, конечно. И он почему-то решил выпрыгнуть из файта с дабл дэмэджем, чем запрыгнуть туда. Хотя крит промазал, можно было спокойно драться. Да, то есть OG начали файт плохо. Там и блинк был никуда, и был фьюри пошло от мираклов никуда. Но по итогу ГТС есть, БКБ скоро откатится, и все ультимейты уже остается. И OG заходит на Рошана. А надо идти дефать. Они никогда не идут. Кроме формы, все есть. Вот они волки, они зачекали, и надо собираться. Либо кушать за это время Т2 и пытаться зайти на хайграунд, чтобы отвлечь внимание. Но слишком быстро падает Рошан. Опи с ДДС они могут быть прям ультра быстро, и как видишь, Ликвид успевает спокойно пересюдиться, а еще пол Рошана стоит в плачном позиции. Миракл. Вот хотят они опять драться с этим флаем, с его яйцом на хайграунде. Или запрыгивать туда просто Лордару и пытаться его убить под хаулем каким-то. И булыжником от Зерекса. По-моему, уже пора. Около тысячи атакует у Рошана, вывод террор, но Тейл нажимает Варкрай, Рошан падает, и Тейлиса на Тейл, Найтпетра вырывается просто никуда. Стан под Найтконтролом, подходит у Тейл, Фингер, минус Лордар, секунды. Улетает Джерекс, выбегает Матумба, все разбегаются кто куда. Тянут всегда, до последнего, когда уже можно все яйцом, по сути, и куполом законтрить, его могли банально на вход поставить, и никто бы туда не побежал. И да все равно хорошо для OG, убили Лордара, никого не потеряли. Для OG великолепно, для Liquid плохо. Для Ликвид, ну да, ну Ликвид опять же, тиффайт это не их, сказать, лучше. Так зачем тогда идти? Попробуй просто снести Т2. Воспользуйся временем, которое у тебя появляется. Ты стоишь на Рошане, ты не пытаешься туда как-то заранее ворваться, отдаешь Лордара и просто убегаешь. Да, расслабились, будто Ликвиды после первой карты, такое вот легкое, и пока что две карты уже показывают себя максимально. Круто, да, была одна ошибка, но только одна, больше ребята не ошибаются. Но Тейл уже Кираса, Аегис, тир 2 башни падает, скоро и БКВ появится. Ультимейт уже до сих пор все есть, кроме ГДСа и Фингера, то есть супернова хроносфера. Это все доступно, и башни нет. С этим пиком они чуть быстрее скушают хайграунд, потому что да, тут наличие ГДСа и Джиггернаута тут все намного лучше. Помогает. Earth Spirit копит на дагер. 1950 на руках. Да, скорости убавились, вот есть какие-то файты, после этого все, начинается просто дикий фарм. Я думаю, уже еще пару минут пофармят, попытается Аегис свой реализовать. Да, по экономике очевидно, что ведут дайеры, ведут много. Тут еще продолжается баниться спауны. Смоук, Ликвид, не хотят они останавливаться, хотят продолжать нагнетать обстановку. Спидпушить не получается, нужно хотя бы убить кого-то. Улетает на ботом. Джиггернаут, Матумба Мэн был в засаде. Да, но Матумба телепорт к нему, к сожалению, нечем. И опять же, я вот намекал, что Ликвид только соло-героев, но соло-герои долго не находятся на одной линии. Вот вроде кажется, стоит один Леон, но на самом деле он далеко не один. Там много персонажей рядом. На Леона попытается выйти. Отличный дакер есть. Вап, крит, стат, уезжает, подоплевает дэмэджем. Хороший купол на двоих, майн-контрол, пытается сжечь. Вап, нажимает форму и просто улетает. Минус Кура также. И будет ли погоня дальше? Есть будет блин. Погоня. Леон побежал, крит. Простав скоро должен откатиться по логике. Крит, бежать, бежать. Булыжник мимо. Ну и на блинкауте все-таки уходит отсюда. Драгонайт. Ну, в случае минус 2. Опять минус 2 и никаких бонусов для Лиги Миракл. Нажимает Фьюри. Эрспирит улетает. Ну, опять же, я вот говорю, Леон, кажется, легкая цель, но там, во-первых, рядом стоит тиммейт, во-вторых, там и форстаф, и там и блинк. Все это было исполнено, и после этого Ликвиды были наказаны. Опять же, герои у них, ну вот Ликан в файтах он не может себя проявлять. Матуба нажимает форму, нажимает некров, после этого думает, а что мне делать? Бегает туда-сюда, начинает кого-то фокусить, какого-то саппорта. Не всегда это выходит, потому что ты пока фокусишь саппорта, тебе ставят раносферу. Варкрай нажимается банально. Варкрай нажимается, саппорта да. Саппорта не так просто пробить. Ну, короче, тут прям пока не идет. Засыпка. Стан по двоим дефолтам, но Тейл пытается поломать Матумбу. Матумба погибает, у него нет байбека. Закатывает туда Джерек. Три удара от Свена.
тоже в таверну. Это не конец, Фингер. Фато прыгает на Тейл. Армлет опустится, Фато пытается жить, спириты полетели. По Фате попадают, Фато Армлет не побудет, но пытается. Сверкал, до конца, еще один удар, минус также на Фате. Крит от Волков, свап по Криту, прыгает сюда на Тейл, минус. 4 от Командоузы. Начинает падать вышка. Можно и на хайграунд в теории зайти, пытаться развести на байбеке, которых не особо много. Я думаю, что на следующей карте Ликвида не будет пикать Ликан. Вот что-то мне подсказывает. Но не идет с ним, не идет. Уджи знает, как его контрить. Ликан практически бесполезен. Пошел первый барак. Ликан действительно не может показать себя в файте. Свен его слишком сильно рубит и слишком хорошие у него обилки, чтобы его контрить. Он без блокинбара, он купил всякий раз, соответственно, в файте Ликан ничего не делает. Просто ничего. Пока только минус сторона. Это немного. Но это неплохо, учитывая, что 30-я минута, все равно это деньги. Преимущество за Уджи. Свен 19 тысяч нетворса, у Ликана 13-100. Разница очевидна, это больше, чем на один артефакт, дорогой. И Аганим появляется у Вайда. Ну все, Войд, Блинк, Лендерс, Аганим. Ну, каждую минуту купола. Мы видели, что было с этим в предыдущей катке. Никаких шансов. Надо, конечно, говорить, что у Ликвидов есть шанс и все такое, но, честно говоря, только если уже очень сильно ошибутся. У Ликвидов появляется шанс. Если уже прямо ошибутся. Я думаю, слишком злы и слишком голодным. Миракл, увидели его на центре в форте. Миракл успеет его убить, по сути, далеко. Миракл не слэш, пытается убить хоть кого-то. Миракл прыгает по иллюзиям и минус. Перебаковал, на самом деле. Глубоко пошел, сам в одного. И в итоге был наказан. Не ожидал центре увидеть. Только ты сказал про какую-то серьезную ошибку, я бы не сказал, что она настолько серьезна, но... Ну, таких ошибок 10 от Миракла. Ну, даже не 10, 3-4, и уже айтемы перестанут появляться, ты будешь терять все деньги. Ну, это опять же соло-герой. Нельзя у Джи бегать по соло. В соло они очень уязвимы, вместе нет. Просто бегайте командой. И вот пока нет джиггернаута, может 30 секунд спокойно подпушить центр, дойти до тир-2 хотя бы. Натаила 200. Керасу собрал. Ну, какой-нибудь Дейдаус может, или Муншарт вообще купит. Посмотрим, потому что курьер уже везет. Наверное, обычный телепорт пока. А, ну, Дейдаус. Да, Дейдаус уже, по сути, будет файт. Это больно. Вейв, крита заметили, свапнуть не получится. Он ходит на безопасное расстояние. Оп, Дейдаус. Ну, теперь можно попасть под один крит и... Да, там один крит и все. И саппорты по типу Винги будут улетать. Майнд контрол, Джеракс, Даггер, Стики, Арканы. Больше пока ничего. Бедноват. 5000 нетворца, но еще беднее Винга. Винга понятно, она. Ее задача засейвить. Просто рисует с плана OG, пойдемте по центру. Разошлись, как в море корабли. И при этом запушить тоже не получится, потому что крипы далеко. Ставятся варды от команды OG. Да, идут не туда. Если кто-то сейчас запалится, типа Джеракса, он запалился, ему могут выйти в спину. Ему просто выйдут в спину. Да, Джеракса надо продавать. Зайцем намекать, публика, но есть секс, есть подкоп, есть удар от Миракла и Джеракс минус. И можно идти пушить, на самом деле, крипы-то тут. Все обилки есть, 40 секунд не будет Эрспирита. Ну, смотри, что делать Ликвиды, они понимают, что дефить будет трудновато, идут просто на тир-2 сами. Это бы неплохой вариант. Очень нагло играет сейчас Феникс, если не ошибаюсь, получает танк, сгибает спайк. Отличный копал. Отличный копал по двоим. Он пытается совместить. Подходит крит. Подкоп также по двоим. Свап пытается заселить на контрол. Он живет. Да, Нортел! Крит! Минус фата! А нет! Пытался спастись еще, но это минус 4. Матубу. Рыбка очень быстро бежит. Да, не догнать Матубу никак, при всем желании. Да, по итогу, казалось, вот G... ну, файт провалили. Трансфера была хорошая, но никто в нее не бил. Но пришел Нутейл. Нутейл пришел и внес 4120 урона. Причем бил он, если не ошибаюсь, только двух героев. Да, ну там Драгонайт, казалось бы, очень жирный. Много армора, много хп, армлет. Все в этом роде, но... Это Дейдалос, а это криты. Под ГДСом. Да, Миракл. Ну, сам или Феникс, когда потратил дайв и влетел в наглую просто на хайграунд, я подумал, что Флай что-то знает. Но, как казалось, возможно, ему сказали, залетай, потом ой-ой-ой. И Нотейл берет себе, наверное, руну туда, и сейчас можно будет с ней что-то вкусное сделать.
Кура, медаль. Да, он долго фармит Салашвест уже себе. Уже, наверное, минут 10 хороших. Он постоянно умирает, потому что приходится сейвить кого-то. Да и засейвить у себя получается, что там даггеры и неплохая мобильность. Айволки. Да, опять же, на Торсу смотрим, понимаем, что Сардара, Спирит и Винга на последних позициях. Как вначале не пошло, так и потом. Только Джеракс там временами очень круто. Да и Кура отыграл неплохо, но этого мало. Того уже не хватает. Какие-то свапы, либо булыжники по всем. Ну, хотя бы Сварфрес есть. Но опять мы видим то, что у Liquid 35-я минута, а ничего спущенного. Ну, нельзя с таким пиком так играть. Не, стратегия не сработала, это очевидно. Не получилось. Снова Ликан есть, но... То есть, вместо Ликана лучше какой-то был бы нормальный мейн керри. Ликан как керри, конечно, безусловно, он хорош, но есть керри получше. Может быть, Ларк какой-то или что-то подобное. Хотя под куполом тоже очень уязвим. Никто с этим спорить не будет. Ну ты, он запрыгивает, играет очень нагло. Да, криты там будут по 1000 плюс. Скоро еще ему шар появится какой-то. Так, спид будет бешеный. Что, Джеракс? Джеракс! Иллюзия. Отпрыгивает. Волк сейчас должен все спалить. А Ликвидом бежать. А Ликвидом файт, опять же, принимать здесь не стоит. Нет у них каких-то героев, которые могут очень круто начать файт. Там какой-нибудь Энигмы не хватает. Либо Тайдхантера хотя бы, ну, врываться. Тут Винга пока свапами только дефила. Инициации-то и от Куры мы не видели, чтобы свапнул кого-то и быстренько убили. Рошан в скором времени появится. Я думаю, это для OG неплохая возможность забрать его и зайти на хайграунд. Войд. 1800. Да ему уже ничего не надо, честно говоря. Такому вот войду. Блин, Клэмберс. Ну, хроносфер обычно одной хватает, учитывая, что в... На всякий случай. Учитывая, что просто в хроносферу, кроме войда, там бьет только Леон и Феникс. Джиггернаут Свен пока бить не мог. Умни слэш. А если хорошая хроносфера, может... Ну, хорошая, это ювелирно поставить, да. Может и Джиггернаут и Свен бить, но это прям очень надо постараться. Дожидаясь Рошана, и посмотри, какие четкие тайминги. Просто угадывают, везет OG, и появляется Рошан. Или они просто оставили там двух героев, которые контролили все это время, есть ТП на Т1. До сих пор стоит Т1. 37-я минута. Ну, так не должно быть, что у тебя в команде Ликантроп и ДК. Ну, помнишь, они пришли туда 10 минут назад, такие типа, ой, у нас Ликантроп, у нас Драгонайт, а мы пойдем пушить. А уже сказали, постойте, ребят, пуша тут не будет. И все. После этого Ликвиды перестали пушить, в принципе. Да, Свен, рассвет его был именно в Шанхае. 12-12, в Маниле был поменьше. 5-3. Ну, винрейт-то побольше, его пикают просто меньше намного. Меньше, но обычно этот пик, он как-то объясняется. В смоках команда Ликвид, активируется форма. Кура, надо кого-то свапнуть. Есть свапнуть Нутейла. Нутейла можно очень быстро убить. Нутейла, Кратбера! Нутейл живет, да. Получает стан от Кура, пытается его запомнить. Нутейл прожимает закинбар, пытается отлагилиться, не получилось. Он не слэш, зарезал его спирита. У Кура тоже огромные проблемы. Добивает его Мирку, приземляет Мирком, Тани Пата, получает Андрей спину. И его просто зарубили, минус 3. Байбек от Свена есть. Да, сделал байбек Свен, при этом до байбека нажав и блокинбар ГТС. Но никак это Ликвид не помогло. Но это было неплохо. Это уже был как-никак хороший урыв от Ликвид, именно вот их инициация. Там не слышь, не был потрачен даже Джиггернаут, чему я удивлен. Ибо файт прошел, а... Меркл даже ульту не клацнул. Сейчас потратит, если что. Потому что, возможно, будут какие-то байбеки, потому что уже Меркл идет вниз, есть байбек от Винги. Есть байбек у Драгонайта и Спирит, если захотят они этого так и сделают. И начинает потихонечку падать Рейнфраг. Меркл грызет. Убивает еще и Волков. Сейвил Клинквар свой. Оп. По-прежнему стоит. Падает рейнджовый барак пока. Лиф нажали. Ликейшн. Даже рейндж-барак не хотят отдавать. Ну, а придется, как бы. Хочешь, не хочешь, он уже упал. И отходит. Хотя, на самом деле, купол есть. ГДС. Они могут типа отойти, но на самом деле не отойти. Иллюзия отхода. Так, выжидает, выжидает. Может быть, кто-то подойдет фармить. Какой-нибудь, не знаю, условный Ликан, либо Драгонайт. Можно будет синициировать. Можно под смоком выйти, поставить купол просто и забрать. Того же Матумбумена. Они пойдут. Они дожидаются, пока придет Леон. С Леоном, пятером, обязательно зайдут. Да, нет только еще Супернову. Все остальные ультимейты уже доступны для команды OG. Блокинбар также у Свена уже в наличии. Забирают Волка, знают, что здесь в центре. Мун готов вырываться издалека. Он очень далеко стоит, я думаю, не допрыгнет отсюда до... А вот он спрыгнул на лоу-граунд.
Стоп Юрия Джиггернаута. Прикол, Миракл скушает. Если сейчас на Миракла начнет как-то цеплять, то моментально будет инициация от Фейсла своей, да? Ну и понемножку, шаг за шагом. На самом деле, можно ГДС, БКБ и снести просто барак. Ну а зачем это делать? Можно же это и не сделать, можно, то есть, убить всех. Я не думаю, что хотят как-то уджи прямо идти в суицид. Но этот вариант, он присутствует, то есть, реально, можно зайти и тебе ничего не сделают. Но ничего для того, что могут свапнуть. Свапнуть могут. Свап Аркура, да. Ну так Миракл заходит. У него Егис. У Свена Егиса нет. Это тоже главная проблема. Что не может пойти ворваться так. Необдуманно. Ну как-то вот же пока не совсем уверенно заходит. Прям очень аккуратно. Излишне. Может быть Санрейн подхилить? Он очень долго ждал какого-то врыва. Неужели это идет? Ну, похоже на то. Летит что-то в куре. Кади летит для Джиггерната. Кади, да. Чуть больше статов. Ну, вот с Кади, да. Убивать будут. Джаггера еще труднее. Сыр остается у Леона, кстати. Тоже приятно. Я думаю, он его передаст. Ну, тут чудо можно дать. Потому что там Джиггернауту. Когда Эгис пропадет. Но Тейл, да мне кажется, вот надо через ГДС и БКБ просто забрать барак и отойти. Вряд ли Ликвид бросит какую-то погоню. Сюда есть купол и яйцо, которое можно законтрить. Смотрим. Миракл докрывает крипов. Есть булыжник по Миракл, опять же. Просто булыжник, не более того. Идет на Тейл. Тейл, прессор, на кура, моментально, раз удар, два удар, 3222, и есть размер, шикарно, по двоим особо пробивать, подкопали Фату, Фата, пытается жить Фата, Фата бежать, а будет Армлет, ну, до конца Супернова взорвется, и это Драгонайт, Телекан делает байбэк, Драгонайт также, Джеракс, булыжник по Мерклу. Миракл фуловый, пошли волки, будто ходит на Хилинг Вард, моментально падает милишный барак, и ДС все еще работал на тот момент. Ну, нет форм, смещаться. Нет можно форм ни у Ликана, ни у Драгонайта. Дефит-то Ликвидом особо и нечем. Прыв от Миракла, на Джеракса, Джеракс пытается укатить, укатил, там Матумба Мэр, подход, Матумба, байбэк, а Матумба нельзя покупать, Матумба Мэр, гейм оффай. Это 2-1. И говорят LG, что не все так просто. И первая карта это была случайность. Это не LG слабые были, а Ликвиды почему-то расслабились. И Ликантроп законтрен на корню. Мы видим, что он бесполезен. Ликан прям вообще, ну, балласт. Ну, мы 100% не увидим его в очередной карте. Это не обсуждается даже, потому что OG показали уже две карты подряд, то, что запушить их не получится. Остаются Liquid в кабинке. Возможно, они сейчас пересмотрят триплей и поймут, что они...